Алло, Макс, здорово. Еще раз. Все на том же месте, да?
Что, вок есть, да, тишка? Сумоньте. Так. Так. Короче. Нир танчит большого. Зумр танчишь мелкого и среднего. Няш разопулишь среднего. Сразу не вливать, у нас один на пул всего лишь. Так. Первый самый легкий. Нужно будет в один момент просто отойти. И все. Вторая фаза чуть посложнее. Мы все стоим... На первые где-то секунд 20 все вместе в одном кемпу в луже. Бьем его, бьем. Расходимся. Первый раз, когда расходимся. Нир даешь первый сокруг, когда скажу. Вай второй. После первого раз, когда первый раз разошлись, хилы все остаются в РДД зоне. И РДД некоторые. Давай, наверное. Элем. Да, Элема. Давайте Элема, наверное, останутся в РНЖ. Они можете в луже стоять. Потом, когда надо будет второй раз расходиться, вайф дашь уже сокру. И потом будем стопать босса, будем ждать синюю лужу. А когда лоу хп у него 1400 останется, он кинет и кидает синюю лужу, мы его добиваем. После того, как мы его добиваем, я на сталеломе набираю агро. Набираю агро, и Нир, ты должен нажать бабл. Слышишь, Нир, ты тут? Да-да. Ты нажмешь бабл, вот когда умирает средний, ты нажимаешь сразу бабл. Сталелом идет на меня, как только я получаю баф, ты снимаешь бабл сразу. Он обратно должен у тебя идти. Понял? Да. Все. Я получаю баф. После того, как я получил баф, все РДД и хилы... Не, давай, наверное, все хилы и эти... Элемы стоят в рейнже, остальные стоят в луже, бьют босса. После того, как лужа пропадет, все рейнджи должны стоять в рейнже друг от друга. Но недалеко от босса, чтобы хилы до вас доставались. Когда останется там где-то 2 секунды дебафа на мне, я умираю. В этот момент, Сэмэтери, твоя задача грипнуть босса. Стать далеко от босса и скрипнуть босса, когда я скажу. Нажать грип. Понял? Ты лутаешь баф, я умираю, вы дальше бьете босса. На мне СС будет, я встану. Мне надо будет сразу шок небес кинуть. Вайф, слышишь? Я скажу, я встаю, ты на меня уже просто шок небес кастуешь. Даже на мертвого. На третьей фазе очень надо будет сильно хилить. Прям потно очень будет. Так что давайте там, приготовьтесь. Хилы. Сакры отдавайте, гимны. Три приста, три гимна. Первый, если что, отдает Владыка. Второй Тирисмейла, третий Клондайк. Я буду говорить по очереди, кто такое дает. В принципе, все. Ставлю рыбу, хавайте, дайте фулл ребаф заново. Прот пить. Пробуем. А? Фласок сопрот. Нет, ДД. А, Зумор, переагришь босса, я тебе скажу, когда, чтоб я на тебя сакры подскидываю. Что ты? Это фетиш садится на рыбу. Не, чтобы чуть-чуть потанчил. Ты имеешь в виду сталилома? В конце на третьей фазе, когда у меня будет 3 дебафа, я тебе скажу агри. И по тебе сакры буду скидывать. А, не надо, хорошо. Там должно хватить всех твоих, типа, дебаф. Да? Ну ладно. Да, там он просто в рейнже стоит, и все, тоже как РДД должен стоять, чтобы, типа, на него, если что, кинулось. А, ребят, если что, на третьей фазе, сейчас я поставлю метку, сюда никто не выходит. Я туда с метки буду выбегать, с Эмитери ты тоже, если что, в ту сторону выбегай. Вот, я поставил луну, туда никто не идет. Просто, когда метка заканчивается... с меткой Чилик умирает, рядом с ним никого не должно быть. Если кто рядом стоит, он умирает вместе с ним. После смерти одного человека, если хоть один человек у нас умирает на третьей фазе, это вайп. Потому что после смерти он на себя кидает баф, один стак, увеличение урона. АОЕ и физическое. Так,
Живые бомбы у большого тебе не помешают агрона брать там на нем? Что? Живые бомбы у большого спула тебе не помешают агрона брать на нем? Ну, я на него только порчи кидаю, так что я думаю, не знаю, посмотрим. Я типа фокус беру и только порчи на него кидаю. Я на нем агро не набираю вообще. Я потом только если вижу, что не добирает, то так тогда. Давайте, погнали. Готовьтесь. На первой фазе можешь большого подальше держать. На второй фазе вы должны сталилового Макгрейна рядом держать. Танки ну, двигаться. Все, все готовы, да, БМП. Сейчас большого секунду... кто забирает? Нир? Нир танчит, да. Сам себя здесь спейлишь, понял? Да, да. Все. Ты среднего напуливаешь на зумра. Дайте время. Забери зумр, зумр, зумр. Ты обоих забирай должен. А, Войд, подними. За. Уводи лужу. На третьей фазе не забываем, нужно будет агро скидывать, если что. Под лужи может сильно набрать. Кстати, я, естественно, себя кинул. Поехали обратно, нахуй. Я оставлю. Так, готовьтесь, что отойти надо будет от него. Да, может, кстати, хуже под большим. Зумр, иди сюда, к луже, к луже, к луже, к луже, зумр. Я куплю, я куплю. Ну, бля, ребят, ну, я же сказал, агро, смотрите, аккуратно. Отбежали. Да за, Берни. Рибав, дайте сразу. Вайф, этот сними. Агро, баф. Блять, на панели СС нет, ёбаный в рот. Мы с этим, иди, мы с этим. Далеко не держи большого, пожалуйста, мне на нем агро набирать. Чуть поближе. Ага. Так, готовьтесь расходиться. 3, 2, 1. Разошлись, рейндж. Нир, готовь сокру. Да сокру давай. Все, обратно. Что за хуйня? Почему его убил? Агата ДБ, БР. Сейчас хилы и эти, как его, должны стоять в РНЖ. Рибав, дайте начес. Готовимся расходиться. Разошлись. Вайв, готовься сокру давай. Не надо, не надо. Все, обратно встаем. Визу, вводи в лужу быстрее. Начо за рибав дайте. Кто умирал там тоже. Хилы и лемы в рейнже должны стоять. Призда гим. Гим на ману дайте, там за без маны. Иннер можно. Разошлись, разошлись. Танк тоже отходить от сеня должен. Слесарь прохил. Не надо сокру. Прохильте, просто прохильте. Войд, прохиль. Ну сам стебик, не хилка. Ну, дебаф, стоп, стоп, не бить, не бить, не бить, не бить. Все, бьем. Бьем. Готовься бабл жать. Добивайте, добивайте, добивайте. Бабл. Я себе снайпер поставлю, сказал же. Снимай. Снимай. Все, поехали, БЛ. К луже подведи. Че кому сказал, должны в рейнже стоять. А мне сальву дай, Ретрик. КД. Да, сжиматься не забывай, Нир. После моей смерти. Что-то ужас стоит, что ли? Угу.
Да. Выведи. Чуть отведи, назад, отведи. Босс в луже, босс в луже. Выведи. Все, все, сейчас в рейндж, все в рейндж ушли. Я ухожу. Готовься. Сэмэтери, грипп. Ну, блядь. Ты должен стоять на дистанции на большой. А что ты стоишь, милит, лол? Понял. Я думал, этого не надо объяснять, что надо стоять в рейнже. Я думал, ты все умный. Окей. Будем объяснять, как маленьким детям. Хорошо. Понял. В принципе, все хорошо. Просто на второй фазе немножко надо концентрированно играть. Ну-ка, прохильте на максимум, как может. Не-не-не, там уже слишком много стаков. Типа две смерти много. Ну как так много, поезд... столько и будет. Нет, ну под конец. Типа, не должно быть две смерти, типа, сразу одновременно. Так-то прохиливает. Не, ну понятно, я имею в виду, что там-то все равно будет так же под конец. Так, объясняю, как нужно это делать. Остается 2 секунды бафа на мне. Я умираю. Ты должен стоять на максимальном ранже гриппа, нажать грипп, он на тебя поворачивается, идет, ты убегаешь, он дает на тебя баф. И этот, как его, забирает обратно. Босс. Нир. Надеюсь, понятно все. Бля, пиздец, мне вообще непривычно бить, блядь. Турелить Африком здесь вообще непривычно. Следить за всем, блядь. Так ну-ка, это в Африке. Не могу домашнего. Ну, я думал, нормально все будет, еще Дестрик спекнуть. Просто в Дестрике я не... тяжело набрать будет агро на столеломе, если не бить его. Убери два таланта на минус агро. Ага, что на третьей фазе потом собрать. Хуям собачьим. Под лужи. Потом раскол под лужи, пошли. Под лужи с бафом. Там не поможет. Там столько агро регенерирует. Если бы я сейчас буду находить, не продавай себе патрон. Сколько бы 98 такого. А называется 338 лапун. 338, 338 лапун. Лапун. Что там по мастрес? Я не знаю, а что не дали? Нет. Не просто 338. Да уж не привыкли. Один няш валяется, тварь, блядь, сука. Да я завернулся. Доигрываю героя. Одного масрез, быстро. Не, по тесту хоть там дебаф, не дебаф, сколько висит. Да 10 минут, как на X3, скорее всего. Я вижу, я вижу. Надо было прямо отсюда попробовать резнуть. Достало бы, нет, интересно. Тебе масс резом кинул. 10 минут, когда? Ладно, Сталимон, просто повью перед смертью Малгрейна. Этот, Шадоаур возьми еще, вайф. Прожмешь, если будет этот зеленая лужа. Много людей там будет на ней. Кто может себя хилить, неся дотку, ходку, там, не знаю, блин. Иногда хилы просто не достают. Фласки перепейте, там, по-моему, заканчивается шпаф. Камни стоят, берите. Камни, локуски, да, на третью фазу, или на вторую. Если на лужу кинется, или это заряд кинется. Маги, можете этот... если заряд на вас летит, можете глыбу прожать. Не можете, а должны прожать, вернее. Она долго летит, типа, она не сразу инстантом не дамажит, как долетает дамажит. Даже если долетел, вы само прожимаете, чтобы скинуть дебаф. Да, да, лучше будет. Да. Сейчас. Чек. А КСС на себя забыл кинуть, сейчас. У тебя он никогда? А я не кидал. Он перед третьей фазой кинул, а он сейчас кинул. Так, все готовы. Поехали. Сразу ЛПшки две кидай на среднего и на мелкого зуба. Дайте время на игру.
А, да, сильно, ты прав. Я патронов не нашел, если ты сильно. Следите за агро. У меня на пола нет. Кстати, Тринец, Свезекс, мне показалось ли, на со старта начало проб? Что, починили, что ли? Походу, починили. У меня уж какой раз у нас со старта проб. Это я положил все 4 мои кельсы. Может, все-таки уж теперь не юзлес? Отошли. Хотя отбежали. Лужа синяя под большим. Под воде. Вот один. Нир, ты уже подойти должен. Он должен рядом танчить босс на второй фазе уже. Ну, только не вплотную, чтобы они оба в лужу не встали. Готовьтесь. Разошлись. Нир, готовься сокру давай. Отошли от луж, быстро. Отошли от синей лужи. Сокру, Нир. Поздновато, но ладно. Вместе быстрее к нам. РДД, которые этот, и лемы, и сейчас хилы в рейнже должны стоять. 5 хилов и их лемы. Готовься расходиться. Разошлись. Далеко не убегайте в Долоран. Готовься вайф сокру давать. Вместе прохиль сам себя. Не надо сокру, не надо сокру, не на... Блин, ладно. В рейнже так и стоите дальше. Лужи под большим. Так, я набирать начинаю на втором. На сталеломе. Стопать будем, скорее всего. Хотя хз. У меня 0 игра на сталеломе. Пойте. Походу я не наберу дальше. Стопните по боссу. Стопните по среднему. Разбежались. Стопните, не бейте, не бейте, не бейте. Я не могу набрать, блядь. Там Агата на втором месте. Ну, уже. Я не могу набрать. Прохил Нира! Да, лагайте этот. Царин. Все-таки надо со старта. Да все уже. Ладно, давайте так пробуем. Иди сюда. Подходи, подходи. А этот зумер заберешь, когда скажу. Сначала Симметери делает грипп. А потом ты таунтишь зумр. Симметери, у тебя еще 15 секунд. Нир, ты съебаешь на тапках сразу назад, понял? Тапок нет. Ну просто съебаешь тогда. Милики, чуть-чуть подальше встаньте. Готовься. Симметери, готовься. Грип. Нир ушел. Зумр, зумр забирай. Гимн на хп этот, дай. Все, дали, хорош. Босса играем. Может его резнуть? Не надо. Сумра хил. Симметерия, тебе надо будет отойти под конец дебаф от рейда. Просто отойдет от рейда и все. А сейчас диспел. Готовься с зубы, готовься диспел, с диспел. Зумра диспелить. Зумра диспелить надо, зумра диспелить надо по КД. У него нету ничего. Готовьтесь уходить, Симметерия. Симметерия, сваливай. Уходи, уходи, уходи быстрее. Массакру, дай вайф. Зумр не зыбку. Зумр не зыбка есть? КД вижу. Нет, я отдал, да. А, прохил, прохил. А, флай, бабл есть? Ну, есть, но он в КД. Вайф бабл есть? Вайф бабл, нажимай каплю зумру. Давай, 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 быстрей. Прохил рейд, прохил, поднять.
Блять! Кира, глыбу! Так на КД, блять, была, не успел нажать. 200 тысяч? И сколько там было? 10 тысяч. Да. Если бы сейчас не уронили бы Киру. Если бы он глыбу нажал, то что-нибудь тебя хуй знает. Ладно. Что-то выглядит как из с такими косяками. Да. Я думал, будет сложнее. Габино, да. Хотя камень, и зачем ты духом встаешь? Встал, массовес прожал, и все, заебись. Так у меня не камень, а вставалка. А, это вставалка так показывает? Да, да. Меньше, да, что камень пишет. Че, это Кира Агрос убрал? Нет, это дебаф. Статический сбой. Его надо глыбы это... снимать. Может, этот сам Тимур-то поймает дебаф, а я... Там хуёво держали ещё рейндж. Да я сейчас наберу агро, я начну биться со старта. Я опять забитый, чё за хрень? Всё нормально. Я вижу, если надо, могу быстро сбегать, тиретрика переделать в массу кролл. Да не-не-не, не надо, всё нормально, убивается. Бегал меня с поп... Просто баф на танка кинулся, из-за этого чуть ДПС не хватило. Знаю, если на меня кинулся, мы бы убили уже. Ну, чуть больше, конечно. Все нормально. Что-то он слишком легкий стал. Типа и я не. Перепрокнуло просто. Да хуй знает. Вроде нормально все. Да. Камни. Да хилы хорошие. Надо было Агате-то убежать, короче. А Агата твой хил, да? И че? А, я забыл, я думал, он сова. Посохом хуяри стоять будет. Да, да, да. Лунный огонь, не гнев кидать в хиле. Зачем? Да ну чё, не посмотрим. Так, у меня СС не будет. А ладно, вставать не буду просто нахуй. Уронит еще сразу. Может просто упасть. Могу накинуть. Ну там надо резко просто на меня кидать этот. Вот моя снайперка, когда это была, она меньше. Руки же можно в тебя скинуть сразу же. Ну там шока хватает. Потом со мной, если умрешь, у тебя руки могут кинуть. Че, СС кидать? Тебя не месит. Давай, кидай, кидай, давай. Каску дайте паладину, там просит. Как я дам каску? Нет, вот он нужен. На похоле кинул. На вайф нет каски. Да, у нас в рейде есть ДЦ приезд, который нивелирует. Я же сказал, не кидай. Я же сказал, не кидайте. Я протопаладин, я на себя должен протобаф вешать для регенерации маны. 10 минут. Тебя пробивает так, что тебя через талант захиливает, и мана регенится. 10 минут и все на себя. Я кинул, все, им 10 минут. Агро. Не влетать. Я сам влетел, блядь, долбоёб. Ладно. Я стал направо. Со старта прикинь прок, княж. Ну все получается, пора тоже забирать. Можно использовать. Фертри ничего починили. Хотя не было никаких баг-репортов. Сами что ли додумались? Или, блядь, как-то что-то починили, а и это тоже починилось. Не могу поверить, что оно само по себе заработало. Это... Подожди, оно может еще и сломаться само по себе. Причем она не прокает от всяких жизнеотводов, там, от бафов. Это чисто как? От заклинаний прокает, как атакующий. Ну, у меня так, не знаю, как у других. Это, наверное, обновление. Готовься, сейчас его вот сейчас бы можно положить.
главное, большого начну пока хуяр. Подводи, подводи, босс. Здесь дорога налево. Слева вертолет, скоро будет. Чего он там без меня переведет? Посмотрю. Есть? Воу! Он в луже стоит. Разошлись. Готовься, Нир. Выводи, Нир, выведи. Сокру, готовься, давай. Сокру, давай, Нир. Пизда. Нет? Прохил, прохил. Служи хил. Лемы хил, хилы в рейнже. Я сам охранил. Готовимся расходиться. Разошлись. Так, я думаю, хватит этого, набрал. Пристака. Готовимся, готовься вайф давать. Я скажу, если надо будет. Не надо, все, норм. Вернулись. Стоп. Приздагин. Стопните. Стопните по боссу. Разошлись. Вайф, готовься. Все, добиваем, добиваем. Стоим, не заходим в синюю. Просто добиваем. Все, пошли. Добиваем. Готовься бабл нажимать. Давайте, добивайте. Бабл, бабл, бабл. Все, забирай. Снимай. Его уже. Бэйл, подводи. Направо. Сэмэтерик, ко входу пойдешь гриппать. Я пойду в другую сторону, туда, где луна. Хилы, лемы сейчас в рейнже. Все, все хилы, все РДД в рейнже. Недалеко. Сэмэтерик, 7 секунд. Готовься. Я свалил. Грипп. Забирай, брат. Готовьтесь на меня кинуть возложение, вайф. Раз, два, три. Встаю. Все, хорошо. Я дал. Хорошо, хорошо. Играем, босс. Прохил. Скинет по мне кто-нибудь сакру, пожалуйста. Сейчас дадим. А, флай дашь бабл и каплю. Когда он будет кастовать. Бабл прожми, только бабл. Сэмэтерик 10 секунд. Сэмэтерик ко входу сваливай просто. А, не, не, правильно, правильно. В луну, в луну. Уходи. Сейчас надо будет просто жестко хилить. Прохил, прохил, прохил. Прохил начал. Просто бьем босса. Просто оверхилим. А, вайф, бабл, каплю надо будет дать, я скажу когда. По ниру. Давай сейчас. Бабл, каплю, по ниру. Быстрее, 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 быстрее. Блять. Рядом здесь сработал. Сейвы прожмите свои. Бабл прожми только. Камни. Добить босса. 7 секунд добить босса. Прохил, прохил. Ну, бля, ну глубу. О, блядь, маги, вы меня заебали уже, честно. Где ваша ебаная глыба? Да, нажал я. Не всегда, может, третью-то заберет Блэк. Также точно грипп, и все. Да не надо третью, на третью мы убиваем уже-то в третью. Ну, страховаться что-нибудь может. Да не надо, не надо, вообще не надо. На первую две забрать, и все. Третья нахуй не нужна. Просто маг обосрался, и все опять. Не давайте глыбы на первую смерть. Вы после первой смерти должны глыбы давать. Первая, она не дамажит сильно. Вот как я только, как я умираю, после этого уже урон увеличен. После этого уже нужно издать глыбу. Комбат? Да. Чё это такое? Чё за бой? Мобы прибежали, просто убили и обратно побежали. Я не понял. Все равно бой. А чё за мобы? Которые кошатницу охраняют и всех остальных. А, я понял. Это кто-то тпшнулся не туда, с петом. Потом тпшнулся обратно. Я не могу взять.
И Пет побежал Спасибо. С Иксагром. Ну почему захерачила меня тогда? У меня нет. Ну пэта. Потому что ты гей. Че тут думать? Это прямая получается. Так, мы срез. Поехали. Я поближе подошел. Достанет, не достанет. Сука. Теперь самому бежать, да? Да, короче, смотри. Раньше работало, что можно было поставить одного танка или мага вообще, хуй знает, похуй вообще. И все кидалось на него. А сейчас они починили босса, он кидается. Должно быть, короче, человек 8-10 в рейнже. Если нет 8-10 человек в рейнже, он кидает в мили. А если кидает в мили, он кидает в танк. Если кидает в танка, это ГГ. Короче, механику тухлопуза перенесли сюда, да? Нет, она так и должна работать, они починили босса просто. Там... Пожалуйста, блядь, них... камни жрите. Это ваш личный сейф на 5000 хп. Серьезно. Не, ну если серьезно, хорошо. Тут маги глыбы не жмут, а ты просишь камни. Ну, блядь, 5000 хп. А глыба фулл дефа. Треть, это треть хп мага. Глыба бессмертия. Нет, нельзя, Марс. Это баг на других серверах. На других серверах баг. Тут все убивает. Через Детеранс тоже убивает. Через все убивает. Ничего не поможет. Тут Марс, ты даже через диван убивает. Все равно умрешь. Меня офнить. Вышел же, иди давай заправляй. Близлайк, хули, Сирус, ебаный вот. 99,9% близлайк ее. Эй. Киньте кулак, пожалуйста, в дровосек. Спасибо. О, самому смешно стало. Фони, вайф, перегар, еда. Надо 30-минутный не надо, там маги с ним в одном. Еще, короче, еще два пула маги. Убьем. Я и перегар еще должны обосраться, и все. Понимаю. Че, Марс вылетел, ДПС потеряли тоже. Ой-ой-ой-ой, сори. Да стопните начес там, кто там, Black Fly. А, все норм. Что-то сорвался. Руна, вводи. Пошел на большую набирать агро. Аккуратно смотри, чтобы в лужу не стоял. Фрейм большой. Да, Адон, можешь указать? Он потом спрашивает. Так, 3, 2, 1, спред. Разошлись. От лужи отошли. Нир, готовься. Давай, Нир. Все, лемы с хилами в рейнже. Подводи босса сюда. Еще 300к сейчас лемы. Готовимся раскрыться. Разошлись. Если скину. Готовься, вайф. Давай ссыхну. Не надо, не надо. Так, прохильте просто, прохильте. Нира прохил. У меня бабла нету. Сколько? Долго? Минута. Это с прошлого трая?
Я прожался, Магрос. Жми диван. Ой, жми по себе боб, та же самая механика. Топать будем? У меня не бабла, не боба нету. У меня висит две. Стоп, 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 бабос, стоп. Не бейте. Прохил. Вообще не бейте, петов уберите. Просто не бейте, вообще не бейте. Петов всех, вообще всех стопните. Сколько секунд, быстрее? 45. Окей. Ну ждем что. В рейнже станьте просто и все. Там они на ревностный проб наломите, это. Это хуёво вообще. Это мне ману дайте. 34. Блять. Лужу кинул уже новую. Мы будем вторую лужу ждать. Ну как раз да, вторую кинет. Сейчас думал, вот добьет. Да не, вряд ли. 8к, все, там вообще опасно. Петов уберите, петов уберите, петов уберите. Петов нет. Нет, сейчас петов. Автоатака, автоатака не бей. 10. 7. Все, надо добить. Подожди, подожди, подожди. Нет, подожди, нет, подожди. Нет, 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 стоп, стоп, стоп. Готов? Все, да, да. Добивайте, добивайте. Добиваем. Бабл. Бабл. Забирай, обратно, снимай. Геру? Да, да, был. Спасибо. Так, соку. Готовлюсь уебывать. 7 секунд. Все, свалил. Симметрий, готовься. Давай, симметрий. Забирай босс. Встаю, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Встаю. Похилка по мне. Хил не мизит. Спасибо. Все, в сиренжесе стоим. Аккуратно, недалеко от босса. Уверим босса. Через 5 секунд дайте зубы по мне. Готовьте зубы, давай. Сокружи, зубы, давай. Зубы, зубы, по ниру, зубы. Симметрия 10 секунд. Фоне прохил, фоне прохил, фоне прохил. Фоне. Симметрия съебался. Далеко, быстрее уходи. Прохил. Нормально. Гимн на хп, гимн на хп. Хорош. Хорош. Отбегите от тира, вот шо ты нахуй. Где, а где там? Я, где моя цель? Подождите, я люблю там это делать. Нахуя времени. Вот я вижу свою цель. Осколок, блядь. Вижу цель, не вижу препятствий. А где осколки вчера были? Можешь спросить? Осколок у Ланира. Понимаю. Бля, уберите этого дурачка на паладине, блин. Давай мне диск, я пошел к вас сделать. Нет! Плохая корова. Эта пушка тяжелая. Баб. Он прожил. Он выжил. Идите трэш на Хадиру чистить пока. Давайте, давайте, погнали. Оф, не оф. Немесида, отойди на минуту. Дочь мне надо в эту банку. Хорошо, зума пусть потанчит трэш. Могу спекнуться в танка на трэш. Так зума в танке. Давай. Блин, зачем вы мне в ПМ пишете? Пишите, блядь, в чат, когда говорю оф. Плечи на оф надо кому-то? Просто спрашиваю, оф надо, блять, и 4 черика пишут в ПМ. Заебись. Попишут. Конечно, поешь. Че, может, трэш пойдем?
шатницы нет. Блять! Пошел квест сделать. До двери почти дошел, блять. Сантиметра не хватило квест засчитать. Меня убила эта хуйня, блять. Сука. Давай же свернемся и убьем эту херню. Да не надо, я так добегу просто, блять. Не повезло. Так а чё? У тебя рейд есть целый. Да, блять, 2 миллиона нахуй вам-то надо бить. Пошли. Если есть танк свободный. С хилом. Да там просто подержать его надо и все. Можете потом умереть. Я сам пробегу. Идите трэш чистить. Надо отвлекаться. Можете хадиры. Окей. Чё, пулять-то будете трэш? Да-да, го, погнали. Пулять. Хорошо пульнули. Там касс сбивайте только большом. Я ж дурак, я же мог его в этот отправить в бан, блядь. Угу. Шелема, ёпта. А разве не меха? Нет, а лема. Пойду тоже сделаю. Или в десятке это отдельно надо делать? Позже? Отдельно. И надо будет в десятку зайти. Может, трэш быстрее будем чистить? Прости, можно убирать. А то давай больше ДПС на ноги. Могу вас поздравить, 89 хэмов, пацаны. Остался пожарный. Осталась мечта. Осталось алгалоны. Смотрите, сейчас можно, у нас есть 2 часа 10 минут. Можно зачистить все до пожарного, если останется час хотя бы. Можно сделать несколько троек. Типа он сейчас очень легкий. Ну, не для всех, конечно. Сложная только вторая фаза. И сложная она только для хилов. Остальные фазы полная хуйня. ДПС там вообще не роляет. Но у нас большой ДПС. Сколько рейдов было на Игнисе? Кто не смотрел? Mm-hmm. На Игнисе рейдов ДПС сколько было? Кто не смотрел? Мэс когда не показывал, по-моему. Все чек. Либо у меня глюки, либо она показывает 100 с лишним. Сугроба убегаем. Ну 150 есть. 100-138 Мэс когда показывает на Игнисе. Ну просто 50 лежит. Там у нас 2 смерти было. Или опять же глюки. Это скад, это блядь скад. Траекторию свою смотрите свою сразу заранее, а потом, когда будете отлетать в уже. Жаль, конечно, что у них не работает ивент в Долоране, когда убиваешь алгому. Жители Долорана. Да. Может, он работает просто в какой-то из там 10 фаз Долорана появилось. Хильте, пожалуйста, не бейте. Не, даже когда квест даешь, нету. Когда квест даешь, он должен там этот Ронин на весь Долоран говорить. Там же в натуре фазы эти ебаные, может за них не работает? Не, ну ты когда... Не хильте, не бейте, пожалуйста, ребята, попросил, дайте увести. Чё за агрели, молодцы. Хорошо, много не было. Большого убьём сначала. Ух, сколько червяков. Фаер магам пофигу. Ставил этот рейд ВВК с одним напулом, 4 аркана. Это как? Это ГГ. Это больно. Давай так, 4 аркана в Т4. Давайте Т4 у них нет ауди.
Зато сколько в душ на весь рейд нафармить. Только на видос кто-то дизлайки стоит, твари. Из-за музыки. У Eternal FRT просто поставить дизлайки. Музыка была, зрители попросили. Косту пудовый НФ поставил, тварь. РДД левый, мелик правый. На месте не стоим, двигаемся. Че, может шкаф ебануть? Да, можете сунуть, я уже забрал квесты. Слева шкаф. Ну я тоже ачив залутал. Ё-моё. Так я умирал, дайте мне баф, пожалуйста. Там можно обратно баф распекаться. Ай, ладно, тестики остались. Все, мы турим убьем следующим. Не, Фрейя, давайте сначала потом турим. А рыбы не было? Ладно, поставил. Твари. Кто? Первый рейд твари вытащу. Мы не отстаем. Пример берем с великих. Ага. Мирики, почему один пал там бьет губу стоит? Огонь не разбить, а уже разбил. Да, файти был, поехали. Ковалет там мастера не забудьте дать на лед. Сейчас сорвешь начес, 95%. Вышли с кругов. Зашли. Разбил. Блять. Спепеление 0.3 кастуется. Это ж рофл какой-то. Да. В ГКД упираемся. Да и, блять, на месте. Ожоги по секунде не хочешь? Все равно ДПС в помойке. Полнейший. Да у него ХП мало, пиздец. 25 миллионов, это просто, блядь. Не успеваешь даже разогнаться, блядь, да. Но запу упали, которые мне напали нужны. Знаешь, до нерфа я успевал прожимать две мета. Сейчас я одну не успеваю. 25 это пиздец смешно. Сделать ему хотя бы 40, блядь. И все равно будет убивать. Я бы в Африке его бил хоть экзекьют дольше. На оф там надо кому-то? Грудь. Пошли на ф... А, ну ладно, пульнули трэш. Бейте. Это так чисто для инфы. Ой-ой-ой-ой. Ой. Аккуратнее. Первый рейд собрания тоже не с первого трэя убивает. С четвертого, с пятого. Но кто-то там убил Давас, кстати. Там какая-то гильдия убила его. Хэми. И топ-4.
Это над магами издеваются. В 5 утра просто не собрались сегодня. Мы это не первые убили. Все, никому на больше не надо. Тварь. Че там раз? А, раз. А на Редриков вообще падает Т4, вы не замечали? Т4 нет. Ой, Т8. А что там, опять не упало, напало что-то? Опять не упало. Ну вот я вот сколько рейжу, у меня до сих пор 2 Т8, и то одна из них из десятки. Она одних наваров падает, так что это нормально. У нас по КД падает на палу в первом. Кайф. Давайте на фрей. Го. Ничего не торим. Потом торим. На оф надо кому-то. Большого вытащить. Блин, за это уже никому не нужно, что ли? На мы. Сейчас свинка на тушь на ур. Эй, плохая мелочь. Так, спасите. Что, Торим, а в хэме сегодня бьем? А чё, нет, почему? Чё, рейд поменялся, что ли? Фулл хэм закрываем с алгалоном. Рейд вроде не поменялся. 2 МК есть. Миликов. Дело не в рейде, я думал, ты можешь потратить хоть что-то. Пожарник. Ну ты думаешь, мы его не убьем с первого трая? Пожарного нет. Торима тоже нет, скорее всего. Торима. Почему нет? Почему не веришь в нас? Лучше посмотрим. Я верю. Пессимист? Конечно, один холли пал, ну ладно. Нас справится. На одного частицу второго хилишь, если тот забирает. Все. Лем, шаманы помогают с друидами, с ТЦ. Подходите, пожалуйста, к вам. Тогда у нас пачка хилов слабее была, чем сейчас. Так что. Сделал фауриох, то что-то лагаю. Комбат? Нет. Нету. Окей. Долг спадал, видимо. О, сфера. Там трэш сзади. Так. Сзади плеточники. Сурово лезешь. Под землей еще плеточники бегают. Норм тем. Рольт. Беги. Пойду быстро, курьер приехал. Ебать. Не достаю.
Бам. Звуки что? Кто диспелил? Признавайся, твари. Забрала лучших просто. Так, рассеивание. То есть, блядь. Клондайк 3, Вайв 2, Кир 1. Кто это был? Кто это был, мне больше интересно. Признавайтесь. Как же хорошо, что афликов нету. Да. Что, ты слышал только что крикнули? Элла. Да я слышал, я говорю, кто это был. Кто это? Блять. Новый посвященный. Элла. Ну как-то издалека, да? Понял, спалились, сука, тварь. Кто это? Кто, блядь, Жека, кто, блядь? Туалет, что ли, сидит, ах? Поставил рыбу. Черебов помогал. Нер, обнови каску на шамана. Я бафать начался.